Да, сюда сидит. А, живет по всей? Правильно, правильно, да. Срывать можно руки двумя руками, срывать самбо можно двумя. Максим, опять. Максим, стоп. За ковром. Ты, Борис, у края ковра бросил, не получилось. Как бы раз, вытолкнул его. Все. Правильно. Один балл Максиму. Смотри, стоп, стоп. Самбо, если приподнялся, время болевого проведения, или это стоишь на ногах, то это стоп. Ты стоп. Стоп. Сам так такой же бей односторонний запас. Видишь, он как держит тебе плечо, и ты тоже правой рукой за другой захват надо брать. Правой рукой другой захват. Да-да, вот плечо прямо вниз. Упрись плечо, а как пускает. Оп, не падай, старайся. Стоп. Не считается, зашел за ковер, поэтому два балла не могу дать. Заступил и сделал бросок. Мне неудобно, неудобно же. Встали, заправились. Там что? Стоп, стоп, стоп. Заправиться. Заправили. Максимка, заправьте, пожалуйста. Заправились. Непривычно, да? Надо стоять. Максим, не выходи за ковер. Вот ставь здесь на углу. Вот здесь на углу. Денис, ты на этот угол ставь, а Максим на тот угол. Или там, нет. Денис, на этот угол. То есть они выходят, не выходят так, как там зудаисты. Вот так. Значит, здесь 16-2. Пожали руки, ушли, сели, отдыхаете. Макс, здесь у вас 1-0. Как 1-0? Пожали руки. Так, да. Пожалуйста, Дан и Саша Борис, ты отдыхаешь. Итак, вы готовы? Да. Сейчас, время на секунду. Так, убрать. 4 минуты. Вперед. Пожали руки. Руки пожали. Я прямые захваты. Стоп. А, сейчас я стоплю. Оля, руки за хату за парня сына. Вот стоит на краю, возьми чуть-чуть его. Можно, можно так нырять. Это здесь удобно, под руку можно. Ноги прямые, Саша, руки прямые. Конечно, тяжело. Оля, руки за хату за ты. Замечание за неведение борьбы. Свисток, все боремся уже, что вы стоите? Ох, принял захват. Принял я поднялся. Все, фейл, сзади. Какой за ковер, ты его на ковер тащишь. За ковер потихоньку вместе. А это вот надо сзади. Я могу как, ну передняя, да сзади. Раджа Латини, фейс
ему подсесть к этому углу. Шанда туда. Ну, красавчик. Трасса латинец твой. Правильно. Аспитатор, как Максим. Чтобы не бороться, надо бороться. Где уже? Первый. Тебе замечание дал ему, а ты получаешь предупреждение. Забери, ты замечание, а ты первое предупреждение. И ноль идешь ты. Оля, все я рукаю. Кстати, я приму захват. Атака, Лена. Твоя рука, чи на чи, чи пост. Мельник сюда. Рука под этот, под мышку. Раз, мельник сюда. Голову под мышку и бросок. Так. Голову. Да, только наоборот надо было. Только бур. Оля, только бур. Заправились. Еще раз, не забывайте. Со счетом 1-0 вкладку выиграл Шедри. Пожали руки. Так, все, следующие выходят. Следующие. Да. Поборись, пожалуйста, начни с Максима, хорошо? Саша, приготовься. Максим, пожалуйста, с той стороны, на отношении. Еще раз. Посмотри на меня. Забудь. Тебя 100 килограмм. У них 75-70 килограмм. 80. То есть 20 килограмм больше. Ты стараешься бороться за счет силы, за счет веса. Поэтому они не очень хотят с тобой бороться. Ты постарайся сначала бороться за счет немножко техники, не за счет того, что ты начнешь их ломать. Никто не хочет падать и ломать. Поэтому они будут... Не тяжело будет их заставлять, чтобы бороться. Ты должен выйти, взять захват, показать сюда. Сергей, поменять его со мной, а он с ними. Разница 5 килограмм. Еще раз. Не разница 5 килограмм, а разница в 10 лет. Понимаешь, в чем дело? Макс, послушай меня. Смотрите, что Максим, делать. Послушай меня. Я 6 лет работал в санатории. И я знаю, какие травмы могут быть, и от кого, и почему. Можно бороться? Стоп! Значит так, Денис, ты выигрываешь 8-0. Макс ушел в сторону. Готовы? Все, 8-0 ты выигрываешь. Это задача удержать это. Удержать преимущество. Саша, встань и садись на стол, кто судья. Будь внимательным. Денис, замечание. Нет. Ты, во-первых, он держит захват, я не сказал на ты. Но ты что делаешь? Кто? Я дал замечание, но я не сказал. Нельзя расслабляться, когда есть захват. Вперёд. Да, 10-0. 2 балла. А вы кого? Денис. За что? За то, что тебя бросил. Так, мальчики, свисток это для Максима и Дениса. То есть вам это не касается. Десять, ноль, пока Денис выигрывает. Десять, один. Замечание звучит от этого. Ой, не замечание, а предупреждение. Ты уже выходил. Хорошо, молодец. Вот так упирайся. Нет, там нельзя держать руку. Вот это! Нет. Эй, зачем ты отпустил?
Держал все нормально, решил отпустить. Ой, я не видел. Что такое, Денис? Ну, оценка. Ну, оценка есть, 10-2. Смотри, Дана отдыхает, Боря. Я бы бить не могу. Как вы боретесь? Блин, не бороться. Нельзя, не могу. Да, жестко кожа. Становись. Тут инком. Куда? Давай, готов? Да. У вас время. На пяточках, Денис, надо встать и на пятках попрыгать. Встань где-то вот, держись у стеночки вот этой. Вот это, да, ага. И чуть-чуть. Не, не сильно так. Тык-тык-тык-тык-тык. Топ-топ. Сань. Я же сказал тебе, ты держишь эту руку, он большой, значит все, задница. Нет две вещи. Во-первых, вот эту руку надо вот здесь держать. А если не получилось, возьми вот этой рукой. Возьми. Вот, вот отсюда, упрись вот так вот плечой. А если ты берешь вот здесь, то сразу сверху, и ты еще ниже. Двигайся вокруг него. До конца. Еще раз и удержание. А чем на спину ложишься? Дома что получится. Так какой прием мельницы через спину? Вот. Вот отпустил, начал делать, я отпустил. Раз и ушел сразу. А то я бросил и все, и задница. Отойди в сторону. Чтоб ты знал, для того, чтобы считался бросок, ты должен поднять выше пояса и перевернуть его. То есть, если ты поднимаешь на колен и бросаешь на бок, оно не будет считаться. Вот так жестко, Саня, упереться, головой упереться, вот подхват ему. Здесь то же самое, пожали руки, 10-2. Отдыхаем. Самый высокий, 6-0, да. Саня, это черный вклад. Приятно. Да. Освежите мне пойти, братан. Надо взять драку. Или сразу дайте сделаем, не спахнуться. Потому что травы там есть. Построились. Да. Скажи, пожалуйста, позови все. Скажи, что мне Александр всех отправил. Так, завтра вы отдыхаете, четверг ковер, пятница кросс и качаем. А кросс можно бегать здесь вот. Где? Здесь. Вокруг ковра. Вот с телефоном. А можно, Макс, я поставлю какашку вот здесь посередине, мы вокруг здесь. Для а чего? Ты знаешь, для чего кросс дает? Я знаю. Ну. Я бегал в пятницу кросс и говорил, что я простыл. И бегал с шапкой на лице, с шапкой, с... Это, наверное, тепло. А я тебе скажу, почему ты простыл. Ты бегал, а потом пошел домой. А что должен делать? Бежать до дома надо. Там вообще, не знаю, там тепло было, как простыл. Петенька, быстренько. Это да, надеюсь, темно, один. Марк, послушай. Вот, послушай меня. Ты говоришь вещи, которые вот тренер сказал, ты говоришь по правде. Они все начинают расслабляться, как у тебя нести, извиняюсь. Ты, если ты хочешь стать мальчиком с той стороны, если хочешь что-то сказать тренеру, когда он строит, когда он говорит, ты отдельно подойди и скажи, Марк, я кросс не люблю бегать. Но когда я бегал кросс, а футбол за мой играл всегда. Сколько времени?
Все надо делать правильно. Когда неправильно делаешь, то оно дает этот... Хочешь, подойдешь отдельно, я тебе объясню, где может быть у тебя ошибка. Так, Алинери. Так, еще раз. Четверг, ковер. Сейчас, одну секунду, я фотографирую. Встань ближе чуть-чуть. Завтра ты идешь, хорошо? Просто там можно поработать. Внимание, смотрим сюда. Мокрые волосы. До свидания. Мокрые волосы. Это говорит, знаешь еще? В том, что можно заболеть. А волосы должны быть короткие. Тогда вытерся, помылся. Я зимой мыл голову ледяной водой. А до этого ты не грязь. Но ты одеваешь грязное тело, чистую одежду. Я цели. Вы тут все маркетинг, он будет сам газовать. Он меня не душит. А? Это, да. Позвони, пожалуйста, маме и говори. Я не могу сказать, потому что я не знаю. Александр Иванович не знает, есть ли она, не знает, узнать, видеть положение, посмотреть, какие там возраст, это. Тогда я смогу позвонить и сказать, хорошо? Я просто не вижу. Я позвонил туда, в этот, самбистом.